Привет, дорогие друзья! У нас сегодня здесь продолжение адвент-календаря, и с вами товарищ Сафронов, как обычно. Итак, смотрим, что же сегодня. Сегодня 19 число, все, что было вот у нас перед нами до этого. Последний у нас раз попадалось у нас вот это замечательное хаски с миской и косточками. Очень клевая мини-фигурка вот этой собачки. Ну и давайте посмотрим, что у нас 19 числа. Поставим шарик. И где 19 число прячется у нас? Вот оно. Кстати, обратите внимание, у нас не до 31, а до 24 числа, до католического Рождества. Потому что вообще этот календарь к католическому Рождеству приурочен. Но мы знаем, что можно его открывать, когда захочется. Ведь это наш собственный календарь. Что хотим, то и делаем. И вот здесь 19 числа мини-фигурка. Вообще пошла крутотень. Смотрите, собачка, мини-фигурка, полицейский до этого был. Класс. Это очень прикольно. Это мини-фигурка девчушки такой. Посмотрите-ка. У нее пироженка какая-то. И тоже розовая. То ли телефон, ну телефон, да, он принять и ответить, есть, этот, сбросить, ответить. Да, у нее короткие детские ножки, или это просто очень маленькая женщина, такая в веснушках, смешное лицо и классный парик. То есть волосы очень клевые, посмотрите, мне нравится такой с таким вот локоном клевый. И плюс принт с шарфом, тоже здоровский, на руках белые перчатки. И вот тут второй еще комплект у нас есть, тоже такой же пирожное и... Пирожное и мобилка. Клево, мини-фигурки всегда супер. Ну что ж, нам остается только 19 число отведать. Но идти бы его, 19, вот оно. И отведать его, 19 число. Посмотреть, кто там у нас. Вообще, кто там, что там у нас там. Машинка, машинка с чем-то, с песком. Странно. Ну, дороги посыпают, возможно, песком. Итак, до завтра, адвент-календарь завтра, еще одно число, осталось всего ничего, и у нас будет собрано. Возможно, в конце какую-нибудь сценку сделаем, или даже, я не знаю, мультик, может быть, придумаю, стоп-моушен какой-нибудь. Не буду загадывать, нет. Просто дойдем до 24-го, а там дальше, что будет, то будет. Кстати, сегодня, надеюсь, все посмотрели обзор на Ниндзягу Дракона, сделал в двух разных форматах, можете сравнить. Все, пока-пока всем и удачи, до завтра.